В период большого снегопада, сопровождавшегося аномально высокой температурой, на дорогах Колымы возникли затруднения и опасные ситуации. Но колымские сотрудники МЧС обеспечили необходимыми мероприятиями безопасность водителей и пассажиров. С целью недопущения аварийных ситуаций в условиях циклона дорога Магадан-Балаган-Нэталон была закрыта до сегодняшнего дня для движения автобусов и грузовиков. Всего на территории области работает 163 единицы дорожной техники. На дорогах региона дежурят сотрудники МЧС России на высокой проходимой технике. Между Магаданским и Арманским перевалом развернут пункт обогрева для водителей, попавших в снежный занос. В черте города пожарные подразделения патрулируют улицы, оказывая помощь водителям и сотрудникам коммунальных служб. Аэропорт, морской порт, а также объекты ТЭК и ЖКХ работают в штатном режиме. В связи с проведением расчистки автодорог, Главное управление МЧС России по Магаданской области настоятельно рекомендует всем автомобилистам воздержаться от выезда за пределы населенного пункта на личном транспорте, пешеходам быть осторожными при пересечении и передвижении по проезжей части. В круглосуточном режиме специалисты Центра управления в кризисных ситуациях ведут мониторинг складывающейся обстановки. Съемочная группа «Вечернего Магадана» побывала в центре и одна из первых получила хорошие новости. Территориальная автодорога Магадан-Балаган-Нэталон с 10 часов утра открыта для всех видов транспорта. Проезд обеспечен. Циклон, оказывающий влияние на побережье Магаданской области, перестал действовать. На сегодняшний день есть прогноз о неблагоприятном погодном явлении на востоке Кольского городского округа. По ветру до 22 метров в секунду. На данный момент не оправдывается. Максимальные порывы ветра зафиксированы 14 метров в секунду.